Привет, друзья! Привезли нам вот такое красивое яйцо. Вчера поставка была. Покупатели уже все разобрали. Еще должна подъехать девочка. Вот 60 штук собрать. Вот так оно выглядит. Турецкое яйцо. Рост 308. Поставщик Пактавюк. Сегодня будем его готовить для закладки. Дома оно у меня уже постояло 24 часа, прогрелось. Я его продезинфицирую и отправлю в инкубатор. Яйцо пролежало у меня дома при комнатной температуре уже больше суток. Оно нормальное, тепленькое. Еще раз показываю. ТР 49, 16, 25. Турецкое, рост 308. Так, что мы будем делать? Сложил его в таз. У меня его немного, поэтому можно обработать таким образом. Я развел Фиам Супер 0,25% раствор. Не смотрите на темную бутылку, там была марганцовка. И сейчас опрыскаю. По поводу Фиама, выглядит он вот так. Кому интересно, вы можете приобрести его у нас в магазине на AliExpress. Ссылка на товар будет под видео. Также я там оставлю ссылку на препарат Экоцит S, кому будет интересно. Он подходит для обработки помещений, посуды, то есть поилок, кормушек, стен, полов, клеток и так далее и тому подобное. Просто нужно разводить в разных пропорциях. На пакете все написано. Кроме того, в описании товара в инструкции будет также все написано. Как поступать с фиамом? Можно замочить яйцо на 2 минуты, затем просушить и без ополаскивания укладывать в инкубатор для инкубации. Я сейчас так хорошо пробрызгаю. Однозначно оно все пропитается. Не пропитается, а покроется пленкой из этого препарата. Поставит минут 5-10 и отправлю его сразу в лоток для инкубатора. Готово. Можно побольше попшикать. Раствор слабенький. Если смену 9 я ничем не обрабатывал, так как производитель сказал, что не нужно все обработано, то это турецкое, неизвестно где оно побывало. Взял себе из коробки 72 яйца как раз в инкубатор. Начал их перекладывать вот сейчас на дезинфекцию, а там яйцо одно было треснуто и белок течет. Ну, конечно, я его выбросил. Все, готово. Оставляем. Вот так вот я ставлю лоток для яйца и постепенно заполняю. Как всегда, воздушной камерой вверх. Режим инкубации вы уже видели в прошлом видео. Не успели одни вывестись у меня. Сейчас вторые будут. Те уже будут наполовину перед забоем. Надеюсь, ожидания оправдаются. Вывод будет хороший. Смена 9 бегает, веселится. По-моему, яйца мне нифига не влезут сюда, потому что они очень крупные. Вообще трешняк. Еще вон сколько осталось. Я только вот сколько положил. Уже больше половины. Плотнее никак их не получится. Опа-пам. Ладно, сейчас съемку приостановлю. Буду пробовать их размещать. Короче, яйца очень крупные, влезло всего 66 штук, причем вплотную, больше не войдет. Вес у них 64-60, примерно вес каждого яйца. Я взвесил две, как они называются, две ячейки по 30 штук,
Ну, соответственно, разделил вес без учета ячеек. Короче, тяжелые, здоровые. Кокутинные. Что такое кокутинные? Кокутинные. Ладно, сейчас будем что-нибудь придумывать, чтобы еще 5 штук сверху приколбасить. Все, что мне пришло в голову, вот перед вами. Это ячейка от яиц. Я ее всю продырявил, она вся в сеточку, чтобы воздух хорошо циркулировал. Сейчас я ее сюда присобачу, привяжу и уложу яйца вот так в шахматном порядке. Результат сейчас увидите. Готово. Как говорится, голь на выдумку хитра. Прочная конструкция. Ничто никуда не упадет. Переносим все это дело в инкубатор. И что делаем? Выставляем влажность 50%. Ну, тут такой пультик управления. У меня одна емкость с водой. Вот это 35%, вот это 55%. Ну, мы ставим чуть-чуть поменьше 55%. Температура 38. Поворот включаю сразу. Так, сорян, не туда нажал. У меня еще с аккумулятором какая-то беда. Надо проверять его. Так, вот поворот включаем. Вот так, все на месте, все держится. Влажность выставили 50, температура 38, и оставляем до завтрашнего вечера на 38. По поводу препаратов, как я и сказал, смотрите, ссылки будут в описании под видео на Фиам и на Экоцит С. Все, всем спасибо за просмотр, пока. Дальше мы будем наблюдать, как будут развиваться наши цыплята смена 9. Увидимся.